понимать, что, что происходит-то. Штык в землю, все. Потому что нету возможности выиграть эту войну. Не существует такой цели. Но как вы играете в футбол, представьте себе, на одной команде, у одной команды ворота есть, а у другой нет. Вот у украинцев нет ворот. Куда вы будете забивать голы? Вы можете бесконечно гонять этот мяч, но забивать-то некуда. Потому что у украинцев нет такой точки, которую вы могли бы взять, или которую могли бы сломать, и война бы закончилась. Все, вот такой точки нет. Это война в одни ворота. И это ворота российские, Мордора. И туда придут забивать все. Сначала туда будут забивать там игроки, потом туда прибегут забивать какие-то прилипалы к войне примазавшиеся, потом какие-нибудь олигархи прибегут с украинским орденом, что я тут, оказывается, они там на передовой воевали со справкой. Потом прибегут там всякие писаты, из этого вся синагога прибежит. Потом все победители. Потом сами вот эти вот, как их переобуются пропагандоны, и будут говорить, что они топили за Украину на самом деле, показывая всю абсурдность своего текста. Вот так.